Кисточки, валики, грунтовка и перчатки – главные инструменты для покраски заборов. Сотрудники Химдора продолжают работы по обновлению покрытия металлических ограждений. Здесь важно соблюдать алгоритм, так покрытие прослужит дольше. Сегодня директор Химдора Дмитрий Манин проверил, насколько хорошо сотрудники знакомы с технологией. Кто понимает, как надо красить металлическое ограждение? Сначала зачистить, в первую очередь. Вручную? Да. Потом обезжирить. Если необходимо, то где-то отшпаклевать, зашпаклевать. Если нет, то сверху уже красить грунтовкой, а потом обычной краской. Да, то, я думаю, грунтовку пропустил. В принципе, 4 этапа. Это зачистка вручную в основном. Это шпаклевка, до шпаклевки обезжиривание и сама покраска. Все, давайте попробуем. От слов к делу. Сначала очистка поверхности, после грунтовка, затем покраска. Покрытие металлических конструкций обновляют каждый сезон. В этом году уже провели в порядок больше 7 километров железных заборов. Все работы планируют завершить к середине июня.